Всего ну, две самых главных сферы, сферы, которые, вот, когда вот человеку другого спрашивают, как дела, ну понятно, о чем речь, как дела на работе и как дела в семье. Ну как бы вот, вот, все, вот и все. В основном об этом речь. Да? И вот эти две самых главных сферы, есть, конечно, там увлечения, там спорт, да? Но самые главные сферы, в которых человек есть потребность реализоваться, это социальная сфера или то, как он хочет, кем он хочет быть среди людей. То есть, чем он хочет заниматься среди людей. Не обязательно он должен ходить в толпе и там, не знаю, продавать эти пирожки или что-то еще делать. Он может сидеть дома за компьютером, да? Но идея такая, это в том, что вот в обществе, что я хочу делать в обществе, какую профессию, как я буду во внешней среде себя реализовывать. Понимаете? Потому что есть такие одиночки, они творчеством занимаются. Им даже не важно, там покупают, не покупают, но он хочет... Кто-то, я художник. Знаете, вот из людей я художник. Понятно. Вот это называется реализоваться в социуме, во внешнем мире. И вторая сфера, очень важная для людей, это эмоциональная сфера. Эмоциональная сфера, где его любят, где он нужен, где он может проявить свою заботу, вот какие-то близкие отношения. Эмоции, сфера эмоций и сфера социальной внешней деятельности. Две главных сферы, которым хочется людям реализоваться.